привет! Сегодня готовим камбалу с овощами. Я взяла кабачок, морковь, перец сладкий, капи, две тушки рыбки. Также я буду использовать приправу для рыбы, соль, перец для овощей и немножко возьмем подсолнечного масла. Рыбку будем запекать в фольге. Камбалу приправим специи. Здесь уже присутствует соль, я солить ее не буду. И отставим в сторонку, пусть она пока маринуется. Займемся овощами. Овощи нарезаем полосками. У меня вот такая штучка есть, красиво получается. Я режу вот такими вот тоненькими полосками. Такими же брусочками я нарезала кабачок и сладкий перчик. Овощи присолим и сбрызнем подсолнечным маслом, либо любым растительным, какое вы предпочитаете. Запекать будет в духовке при температуре 180 градусов. Ну и теперь слегка вот так перемешаем овощи, чтобы они все в маслечке были. Овощи выкладываем в форму, в которой мы будем запекать, на фольгу. Выкладываем рыбку животиком вниз. Хорошенько упаковываем фольгу и отправляем в духовку запекаться. Минут 30-40. Будем смотреть по готовности рыбы и овощей. Ну вот, я упаковала рыбку, отправляем в духовку. Камбала запекалась 30 минут, и потом я отключила духовку, и еще 15 минут она простояла в отключенной духовке. Ну, теперь мы будем пробовать нашу рыбку. Кладем ее на тарелочку и накладываем овощи. Сегодня у нас вкусный, полезный, вкусный обед. Посыпем зеленью. И блюдо готово. Такая вкусная, полезная рыбка с овощами. Такое блюдо прекрасно подойдет и для тех, кто соблюдает пост. Ну, а на этом у нас все. Если вам понравился рецепт камбалы с овощами, оставляйте лайки, комментарии и до новых встреч на нашем канале.